Беларусь и Куба договорились наращивать сотрудничество в сфере высоких технологий и агропромышленного комплекса. Эта тема обсуждалась на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпредставителями Фиделя Кастро. Гавана готова покупать у нас в больших количествах МАЗы и тракторы МТЗ. Суммы контрактов исчисляются миллионами долларов. Также стороны обсудили создание на острове Свободы совместного производства автокомпонентов. В свою очередь, Минску интересны наработки кубинских ученых по выращиванию различных видов культур в засушливых условиях и на бедных почвах. Вопросы миграционной политики и борьбы с транснациональной преступностью обсудили накануне в Гомеле на заседании Объединенной коллегии Министерств внутренних дел Союзного государства. В ней приняли участие руководители и начальники подразделений ведомств Беларуси и России. Благодаря тесному сотрудничеству только в прошлом году на территории России было задержано 206 граждан, которые разыскиваются органами внутренних дел Беларуси. Выявлено 170 машин-двойников. В планах ведомств углубление сотрудничества. По итогам встречи подписан ряд документов и выстроен план работы на будущий год. Сегодня в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Главная тема – обмен военнопленными. На предыдущей встрече стороны так и не достигли консенсуса. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Зайдик выразил обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня. Сейчас рассматриваются варианты по разведению сил и созданию зон безопасности вдоль линии соприкосновения.